Улица Федоровский ручей сегодня утром вполне оправдывала свое историческое название. Целые ручьи и потоки воды пришлось преодолевать здесь пешим новгородцам. Причиной этого послужила не погодная ситуация, а техногенная. Ночью произошел разрыв магистрального водопровода. Ликвидировать аварию с первого раза не удалось. Прорыва сразу же была направлена аварийно-ремонтная бригада водоканала. Причина ЧП, по мнению специалистов, крайняя изношенность сетей водоснабжения. Заменили участок трубы. Ну вот сегодня, к сожалению, ночью опять случился прорыв. Вот сейчас занимаемся оперативным устранением аварии. Магистральный водопровод обеспечивал питьевой водой 7 жилых домов по набережной Александра Невского. На время ремонтных работ краны в этих квартирах временно пересохнут. А вот находящиеся по соседству детская поликлиника и детская инфекционная больница запитаны от другого участка и под засуху не попадают. Будем сейчас в срочном порядке заниматься устранением аварии и параллельно будем менять запорную арматуру, чтобы потребители оставались в дальнейшем с водой. Принимается решение к замене всего того участка водовода. Специалисты водоканала пока не могут сказать, сколько времени понадобится на ремонт всего участка, но вернуть воду в дома новгородцев обещают в ближайшее время.